Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня мы будем с вами готовить пост на голубцы. Пост продолжается. Конечно, преклоняюсь перед теми людьми, кто как бы держит пост. Мы с мужем тоже держим пост. Ну, может быть, не такой строгий, как по церковным канонам, но, по крайней мере, стараемся придерживаться. Значит, что мы для этого возьмем? Я отварила капустные листочки. Сейчас я сниму вот эти все прожилочки и пополам разрежу, потому что они должны быть, ну, не очень большие. Вот, отварила, значит, новомодную кашу. Вот, не стала делать с рисом, а сделаем с булгуром. Отварили булгур, ну, вот такой вот он получился. Отварили фасоль. Это все домашнее, капуста тоже домашняя, фасольку отварили. Значит, это грибочки, ну, можно шампиньоны, у нас есть, это маслята замороженная, я их вот откинула после морозилки, они мне сейчас уже стекли. Вот, и лук. Сейчас мы сделаем, обжарим лук с маслятами. Значит, фасоль мы перебьем в блендере. Вот, ну, сделаем такую начиночку. Ну, вот, пока будет сейчас у меня, потому что горячая капуста, я сейчас ее вынесу на улицу. Вот, пока она у меня остынет, я сделаю такую зажарочку. Ну, вот, сделала я зажарочку. Так вот, много-много лука и грибочки. Но грибы не все положила, потому что много. Сейчас я даже, наверное, не всю выложу. Сейчас буду перемешивать, потом уже потихонечку докладываю. И положила петрушечки. Вот. Сейчас я попробую, посмотрю, что доложим. Вот, и фасоль перебила, ну, не совсем как бы в пюре, а чтобы кусочки попадались. И добавила сюда сушеный базилик. Сейчас я тоже так вот половинку. Вся моя проблема в том, или может быть счастье, что я не придерживаюсь никаких норм. Мне самое главное должны быть продукты, а я уже импровизирую сама. Ну, вот такая получилась. Все солила. Вот сейчас еще раз зажарку солила и фасоль посолила. На булгур насыпала немножко специй. Ну, про специи я вообще не говорю, потому что мы специи очень много используем. Я везде их использую. Нет, можно все это выложить. Значит, что? Я их хочу сделать сегодня в духовке. Первый раз. Ну, не знаю. Хочу попробовать, как это получится. Значит, сейчас я их заверну. Вот, и на большой противень залью домашним томатом, этим соком томатным, и немножко еще у меня томат домашний. Вот на этом противне я так планирую сделать. Ну, сейчас будем это крутить, буду смотреть, потому что вот я же говорю, что не знаю нормы, поэтому я вот такое у меня получается. Ну, начиночка получается хорошая, я смотрю. Нравится мне уже. Много ее, я боялась, что будет мало. Вот, ну, булгура, сейчас я вам скажу, сколько мы сюда сварили. Ну, в общем, получается у меня 250 миллилитров, да. Ну, не полная булгура и не полная фасоли. Это вот этот фарш. Ну, и грибов уже сколько не жалко. Лучок тоже как бы. Вот. Вот, получился вот такой у меня хороший фаршик. Ну вот, начала я их закручивать. Они маленькие получатся, ну и нормально. И вот так вот аккуратненько буду складывать жаровню. Ну, планируем всю. Если даже капусты не хватит, и мне вода стоит, я ее сейчас быстренько подварю. У меня еще кочанчик большой был. Вот, ну пока вот так вот. Ну вот, закрутила я наши голубчики. Вот такие вот они красивенькие. Я прям их плотненько положила, чтобы они не всплывали. Сейчас я вот стакан томата вылью потихонечку в них. Томат я посолила. Мы не солим. Я когда готовлю томат, мы его не солим. Кипятим просто и закрываем в банке трехлитровую. В этом году сделали 100 литров томата. Помидор было очень много. Я сажаю всегда очень много. Вот тоже ролики снимаю. Вот. И я, наверное, все-таки чуть-чуть майонезика. Ну, хоть что-то, чтобы было. Постный майонез хороший. Слобода наша. Вот. И я прям вот так вот сейчас немножко сделаю. И
щеточкой. Духовка у меня уже разогрелась. Где-то сейчас она у меня на максимуме, на 220 я ее сейчас поставлю. Вот, и, ну, не знаю, насколько. Сейчас поставлю на таймер минут на 20, но буду заглядывать. Сейчас я вот так вот аккуратненько как бы отмажу их. Ну, чтобы они, во-первых, немножко зажарились и какое-то хоть растительное масло попало. Потому что масло только в зажарке. Ну, там я как бы немножко, ну, не совсем немножко, а положила хорошо маслечко. Потому что грибочки, чтобы они все пропиталось. Вот. Значит, вот такой у нас получилось голубчики такие вот постненькие. Ну, очень вкусно. Я их, правда, делаю так вот первый раз. Вот обычно мы делаем просто с рисом и с грибами. Ну, то же самое. Морковочку еще там добавляю. Ну, свою вот эту заморозку. Вот, ну, сейчас я их поставлю в духовку. И будем за ними наблюдать. Вот, фарш у меня остался немножко, но он такой вкусный. И я решила, сейчас мужу сделаю котлетки. Ну, как вот пожарю, покажу вам. В муке их обваляю, сейчас сформирую котлетки. И в муке и обжарю на масле. Вот такие получились у нас постные, аппетитные голубчики. Значит, томатный сок, но я, правда, еще чуть-чуть доливала. Ну, сок хорошо весь питался. Ну, вот они такие. Значит, получилось, ну, в общей сложности где-то минут 40. Ну, сейчас вот они остынут немножко, и можно их кушать. При подаче можно посыпать просто зеленушечку какую-то. Вот такие. Приятного аппетита. Готовьте вместе со мной. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Всегда с вами Марина Матвеева.